Сочинцы уже достаточно давно покупают продукты на ярмарках. Муниципальные были образованы несколько лет назад по поручению главы города. Сюда, на Мацесту, из разных районов Сочи приезжают за свежими фруктами, овощами, мясной и молочной продукцией. Всегда прихожу на эту ярмарку, нравится ассортимент, нравятся цены, продавцы. Все свежее, всегда много, выбор большой. Здесь все свежее, можно поторговаться и повыбирать. Пожалуйста. Выбор больше. А выбрать действительно есть из чего. Десятки кубанских и местных производителей теперь борются за каждого покупателя. Пожалуйста, подходите, ребята. Пожалуйста, адлерская киви, мандарины свежие пробуем. Конечно, для покупателей важны цена и качество товара, но в каких условиях он продается, тоже немаловажно. Поэтому здесь решили соответствовать современным стандартам торговли. На ярмарке Мацеста за последнее время изменился ее внешний облик. Мы придали облик в соответствии с требованиями департамента края. Поменялся орнамент, так называемый. Появились у всех продавцов единообразные фартуки, бейджики, цены. Вывески, уголки потребителя и так называемые нижние юбки на палатках. Тонары тоже выглядят по-иному. Куда ни глянь, везде порядок. Покупателю понятно, кто перед ним, откуда товар, по какой цене. Вся продукция как на подбор. Если что не ясно, можно обратиться к информационному стенду. Единообразные на всех муниципальных ярмарках информационные стенды. Обязательно, на которых отражается вся информация, а также рекомендованные цены. Управление сельского хозяйства еженедельно мониторит ярмарочные цены. Они не должны быть завышенными. Более того, кубанским производителям рекомендуют утвержденные цены. Здесь же на ярмарке Мацеста социальные ряды. Около 30 сочинцев пенсионного возраста привозят фрукты и овощи со своих приусадебных участков. Причем на такой домашний товар спрос тоже очень большой, потому что качественно и дешево. Многих посетителей ярмарки устраивает и наличие парковочных мест для машин, ходит часто и муниципальный транспорт. Остановка здесь же рядом. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.